Так, хватит! Сейчас придет Мелисса. Возьмите быстрее. А вот и она. Ой, Мелисса. Надеюсь, в этом году победит Мелисса. И победителем в этом году становится... Может, ты? И победила Мелисса. Молодец! Пока мы все с вами в сборе, у меня есть для вас новость. У нас будет еще одна дочка. Ура! Теперь у нас будет новая королева. Это был сон. Мелисса, что-то случилось? Это не сон. Ну что ты там тянешься? Давай быстрее. Может, пойдем уже домой? Я устала. Ну потерпи, твоей сестричке нужен свежий воздух. А вообще, знаешь, я тоже устала. Дай мне стульчик. Зачем тебе стул, если тут есть лавочка? На ней могли сидеть всякие бомжи. Или ты хочешь, чтобы мы с твоей сестрой сидели на месте бомжей? Нет, конечно. Прости, мам. Ой, что-то жарко. Ага. Самая беспроигрышная лотерея. В каждом билете приз от доллара до миллиона. Давай возьмем. Мама, это очередной развод. Этого хочу не я. Этого хочет твоя сестра. Билетики, лотерейные билетики. Но ты же говорила, что у нас всего 5 долларов. Мужчина, а нам еще нужно билетики, домой добраться. Покупайте. В этой лотерее нельзя проиграть. Билетики. О, какой выбираете? Минутку. Доченька говорит, вот этот. Билетики кому? Здорово, теперь мы остались без денег. Пойдем домой пешком. Мы богаты. Точнее, ты богата. Богатая тут только твоя сестра. Это она выбрала билет, а ты была против. Скажите, пожалуйста, миллион, куда вы свой миллион? Мелисса, можешь идти миллион, домой. Миллион. Что? Как вы выиграли миллион? А вызови такси. Пожалуйста. А можно с вами сфотографироваться? Пожалуйста. Прости. Пап, что происходит? Сколько здесь теперь места? Дорогой, а чего мы сидим? Комната сама себя не обустроит. Можно я немножко отдохну? Да иду, я иду. Мам, что происходит? Понимаешь, Мелисса, эта комната самая лучшая. Поэтому твоя сестричка будет жить с тобой. Ну, я думала, что она будет жить с вами. Это же все-таки моя комната. Нет, она будет жить с тобой. Ты куда собралась? Это часть комнаты твоей сестры, и тебе сюда нельзя. Но это нечестно, мне это не нравится. Пап, ну сделай хоть ты что-нибудь. Милая, с ней лучше не спорить. Осталось украсить комнату и готово. Вуаля. А зачем все украшать деньгами? Это самая маленькая миллионерша. И у нее все должно быть богатое. Не то, что у тебя. Она еще не родилась, а ее уже любят больше. Мы тебя любим. Понимаешь, просто она маленькая, и ей нужно много всего. И запомни, Мелисса, тебе нельзя тут ничего трогать. Тебе самой не понравится жить в этой комнате. Мам, пап, нам в школе задали принести семейную фотографию. Но у нас нет ни одной, где мы вместе. Как нет? И правда. Надо это срочно исправить. Давайте без меня, мне надо работать. Ты, наверное, не понял. Это надо нашей дочке.
Ну, раз надо, я готов. Ага. Стойте! Мам, ну ты чего? У меня есть идея получше. Мы устроим настоящую фотосессию. Алло, здравствуйте. Хотели бы фотосессию? Плачу любые деньги. Спасибо. А, ура! Но какая фотосессия? Мне надо работать. Ты нас не любишь. Ну, ради меня. Пойдем, дорогая. Видишь, мы не нужны твоему отцу. Ладно, фотосессия так фотосессия. Тогда осталось определиться с образом. Эй, вы, помогайте. А то будет у вас фотосессия в костюме клоунов. Ага. А, двигайся, двигайся. Вот так, опа. No. Отлично, значит этот. Мелисса, ты наденешь это, а ты, дорогой, вот это. А обязательно вот так выряжаться? Это же всего лишь фотография в школу. Обязательно, это память на всю жизнь. Вот, вот это уже другое дело. Пойдемте, нас ждут. Здравствуйте, вижу, уже все готовы. Давайте. Так, нам нужна лучшая фотосессия. Деньги не проблема. Ого. Ага, так. А вы уверены, что я так хорошо выгляжу? Вы мне не доверяете? Вот, посмотрите. Мелисса, кажется, фотосессия это не твое. Давай ты нас подождешь. Но мне для школы надо. Я тут ни при чем. Мы тебя прифотошопим. А вы не могли бы уйти тоже? Окей. Милая, не расстраивайся. Зато мама счастлива. Смотри, какая она красивая. Скажу в школе, что у меня нет родителей. Или еще лучше, скажу, что это мои родители. Извините. Это наша мусорка. Иди отсюда. Вы меня неправильно поняли. Не могли бы вы со мной сфотографироваться, как будто вы мои родители? Одно фото. Лучше такая семья, чем та, которая меня не любит. Нет, 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 нет! Этого не может быть! Доченька, ты же не допустишь, чтобы у твоей мамы были морщины? Что ты говоришь? Ну, раз ты настаиваешь, я возьму немножко денег и схожу в спа. Этого должно хватить. Мелисса! Да, мам. Собирайся, мы едем в спа. Спа? Уже бегу. И чего она так обрадовалась? Тому, что будет просто меня ждать? Странная у тебя, конечно, сестра. А еще надо сделать маникюр и шоколадное обертывание. Добрый день. На какие процедуры вас записать? Меня на все процедуры. И обязательно маникюр и шоколадное обертывание. Мелисса, тебе не нужны все эти процедуры. Да и у меня нет денег на нас двоих. Но у нас же целый чемодан денег. Это деньги твоей сестры. Она выиграла лотерейный билет, и она разрешила мне сходить в спа. Но она даже не родилась. Она не может еще говорить. Не слушай ее. Ладно, давай твоей сестричке дадим немного денег. Что ты говоришь? Ну, хорошо. Вот, держи. Это тебе твоя сестра дала. Спасибо, мама. И сестричка. А какой у вас есть комплекс на $100?
А может, вам сделать макияж? Всего лишь за $100. Я так замечательно отдохнула. Спасибо тебе, доченька. Ой, а где твоя сестра? Что-то не так? Ну, если второй стороной поворачиваться не будешь, то очень даже красиво. Ну, подожди, Мелисса. Ты без макияжа очень красивая. Как же это приятно, каждый год становиться лучшей дочерью. Мелисса, не расстраивайся, в следующий раз ты выиграешь. Если бы не твои деньги, лучшей дочерью была бы я, как это раньше и было. Я не виновата, что стала богатой. Лотерейный билет могла выиграть и ты, но ты не захотела. Ты уверена, что хочешь переступить эту линию? Или мне позвать маму с папой? Ну и пожалуйста. Опять бабушка подарила это безвкусное платье. Оно мне не нравится. Так что держи, теперь оно твое. Очень даже красивое. А я лучше закажу себе что-то из новой коллекции. Нет! Нет! Этого не может быть! Мама, мне нужно сообщить тебе что-то ужасное! Подожди, солнце. У меня для вас есть новость. У вас скоро будет сестричка. Любимый, заноси. Эшли, ты что-то хотела? Мама, я банкрот. Дорогая, мы любим тебя не из-за денег. Эй, это моя сторона. И тебе сюда заходить запрещено. Но так уж и быть, я разрешаю тебе здесь жить. Это худший день в моей жизни. Привыкай. В смысле, придумала? Со своими танцами. Что? Нам нужен каждый свой дом. А мне нравится. Все равно терять нечего. А что, получится хороший контент. Я согласна. Когда начнем? Сейчас. Подождите. Начинаю трансляцию. Всем привет! А у нас здесь кое-что интересненькое. Помогите! Классно же! Да я помогаю, помогаю! Эту двигаем вперед. Ага. Стоп. А это будут мои палочки. Наши. Мне нужен идеальный угол. Есть. Ага. Селфи! Эй, не мешай. Лучше принеси рулетку. Измерить надо. Рулетка? Это? О, не рулетка, но тоже подойдет. Я полезная! Да! Готово. Соединять? Ага. Посмотрите, какой у меня получается треугольный домик. Не у тебя, а у нас. Ты вообще ничего не делаешь. Давай в свой дом.
подписчики, а теперь вы можете наблюдать, как наша Синди наконец-то работает. Ну, девочки, ну помогите. Я же не могу все делать одна. А ты не одна. Красиво получается. Кажется, эта конструкция нас троих не выдержит. А здесь какие-то лишние детали остались. Это ты лишняя. А детали нужны для укрепления. Оп. Оп. Отпускай. О, давай следующую. Ага. Нет, умные мысли на неудобной поверхности не появляются. Надо что-то другое. Чего стоим? Давайте за работу. Красить кто будет? Ой. Ну? Вот. Девочки, а я тут в ТикТоке увидела, что сначала нужно крышу и стены сделать, а потом их красить. И правда. Ну, хоть что-то в твоем ТикТоке полезного. Крыша готова. Осталось стены. Синди, осторожно. Аккуратно. Вот и стена. А можно я? Можно я? Отдай мне. Ладно. Ну, попробуй. Ой. Кисточкой будешь 10 лет красить. По моим расчетам, месяц. Красиво получилось. Да, клево. Но никакого личного пространства. Нужны еще стены. Так, этот вот так, а этот так. Идеально. Так, мягкость не помешает. Опа! Хочу снять этот ТикТок. Цвета маловато. Гораздо лучше. Вау, у тебя тусовка. Сейчас приду. Не мешай, у тебя есть своя комната.
Ах так? Я устрою лучшую тусовку, и ее не позову. Начнем с диодной ленты. Круто получилось. Но это еще не все. Свет есть. Но какая тусовка без напитков? Погнала! Ничего не вижу. Мне тоже надо освещение. Теперь можно продолжить. Все равно ничего не вижу. Осталась последняя попытка. Уже лучше. Оранжевый свет лучше подходит для чтения. Идеально! Новое видео у меня выходит каждый день. Как я строю этот прекрасный дом. И куда это все положить? Нужна полка. Или барная стойка. Это то, что мне нужно. Круто! Нужны еще полки. Осталось их как-то закрепить. Есть у меня одна идея. Пожалуйста. Возьми. Ага. Ха, такая умная, а до полок не додумалась. Не будут же они лежать здесь вечно. Я знаю, что отлично подойдет под полки для книг. Идеально. Но куда я буду класть свои ручки? А это мне сюда не подходит. Синди, это случайно не твое? Лайк? Я люблю лайки. А какой же ТикТок-дом без лайков? Классно? Поставьте лайк за мои лайки. А хотите, я вам покажу свой трендовый макияж? Только нужно зеркало. Круто. Но какое-то оно скучное. Это лучшее зеркало в моей жизни. Для моей косметики тоже нужен домик.
Напишите в комментариях, как вам моя ТикТок-комната. Эй, можно потише? Что? Ты мешаешь мне заниматься? Но без музыки скучно. А что если? Будет отличная звукоизоляция. Ну все, теперь могу слушать музыку на полную громкость. Вау! А куда выкидывать? Еще и мусорка нужна. А что, если это совместить? Даже выкидывая мусор, я всегда попадаю в цель. Ну вот, опять место закончилось. Мне нужен планер побольше. Ага. Так, переходим к оформлению. Сюда у меня точно поместятся все мои планы. Осталось только повесить штору. Есть идея. Здорово! И все же немножечко химии никому не помешает. Готово! Теперь я могу учиться целыми днями! Могу снимать ТикТок целыми днями! Что-что? Пустая стена? Сейчас исправим! Ну и еще чуть-чуть! Ну как вам? Телефон сел! Нет! Ну где же мое зарядное? Эшли, а что ты делаешь? Решаю уравнение. У тебя здесь красиво. А можно к тебе? Ну ладно, проходи. А это что? Книги не трогай. А это? Какие классные штучки. Это для учебы, не трогай. Эй, что у вас тут? Я у Эшли в гостях. Круто, я к вам. Да, комната огонь. Только тесновато. Это потому, что ты пришла. Это потому, что кто-то много ест сладкого. Я толстая? Девочки, вообще-то вы у меня в комнате. А здесь шуметь и ссориться нельзя. Извини. И может, вы уже перестанете ссориться? Мир. Мир. Кажется, наша стройка еще не окончена. Да, ты права. Как? Но мы же достроили комнаты. Пойдем? Куда? Что вы придумали? Увидишь. Готово. Сюрприз! Мы сломали твой карточный домик и решили построить его снова. И вообще, если бы не ты, у нас бы не получился такой крутой тини-хаус. Девочки, спасибо. Фото на память? Да это для нас, не для ТикТока. У меня самые лучшие сестры. Улыбочку. Сюрприз. А где сюрприз? Вот, твоя младшая сестричка. Вот, возьми, это твоя новая сестричка. Так, а теперь семейное фото. О, любезный, сделайте фото. Отлично, ну что, готовы? Угу. Улыбаемся.
пошли. Мелисса, что-то случилось? Отойди, ты можешь мне не мешать. Мисс Эшли, а вы могли бы отойти? Ладно, извините. Ты и так у меня уже все отобрала. Ты хочешь мне еще и фотосессию испортить? Ой, хватит преувеличивать. Вот твой блеск, подумаешь. И финальный кадр. Ага. Это восторг. Я уже вижу обложку и заголовок. От богатства до бедности. Мне плевать, что там написано. Главное, что на этой обложке снова я. А сейчас мне нужно срочно смыть с себя всю эту бедность. Ах да, простите. А можно мне фото? Ну, конечно. Ну, видимо, в другой раз. Ну, ладно. Чего стоим? Или хочешь, чтобы кто-нибудь другой занял место на моей обложке? Нет, нет, что вы, я пойду отдам все на печать. Тебе чего? Я хотела? А я тебя не хотела. Ты испортила мне всю жизнь. Так что уходи. Вот так-то лучше. Надо бы убраться, но это потом. А сейчас я на тусовку. Как ты это ешь? Очень вкусно. Будешь? Мне мои зубы еще важны. Как больно! Я же говорила. Мама! Что, боишься? Нет. Я вижу, как коленки дрожат. А еще вот такой укол тебе придется делать. Нет, Мелисса, ты врешь. А вот увидишь. Кто следующий? У меня уже ничего не болит. Наверное, ты первая. Мелисса? Да где же... О, мисс Эшли. А? Пойдемте. Прокатило. А может быть, я уже пойду? У меня уже ничего не болит. Ой. Присаживайся, я сейчас. Я хочу к маме. Я прилетел к Эшли. Ты случайно ее не видела? Эшли? Это я. Замечательно. Я зубная фея. А может быть фей? Да, и мне нужен твой зубик. А это не больно? Нет, конечно, это волшебно. Вот, смотри, раз, два, три, зубная боль, уходи! О, ну вот и все. И совсем не больно. Это тебе. А другого подарка нет? У меня таких уже много. А есть игрушка. О, киси-миси! Круто, это мне! Конечно, держи! Спасибо! А деньги? А можешь их выкинуть? Они мне не нужны. А? А зубной феей быть выгодно. Можешь выходить, там не страшно. Я тут потеряла. И вообще, с чего ты решила, что я боюсь? Ой. Так, мисс Мелисса. Так, показываем руки. Рад видеть вас, мисс Амелия. Как ваши зубы?
замечательно. Это же... Это же самая топовая тиктокерша. Амелия, это ты? О, мои фанаты везде. Фото. Угу. Так. Улыбочку. Всегда работает. Готово. Ну, тогда я пошла. До скорого. До скорого. Деньги. Люблю богатые семьи. Стой. Как тебе больше? Нет, одинаково. Ладно. Это последний. Наконец-то можно поесть. Звонят! А я открою. Здравствуйте, доставка Apple. Но здесь один, серебристый. Я заказывала два, 14 Pro Max в золотом цвете. Где второй? Ой, я всего лишь доставщик. И такой iPhone был изготовлен один и специально для вас. Ладно, спасибо. Счастливо. До свидания. Девочки, пришел новенький iPhone. А, правда, он только один. Отлично, тогда он мой. Фу, стой, нет, он будет моим. Нет, эти акции мы скупать не будем. Да-да. Есть! Эшли! Да-да, слушаю вас, конечно, все. Что здесь происходит? Она хочет забрать мой iPhone. Это мой iPhone. Успокойтесь. Нет, он мой. Я сказала, хватит. Это телефон Мелиссы. Поняла, малявка. Держи. Но ты же сказала, он мой. Я закажу тебе другой. Но мне нужен этот, Мелисса. Ну, Эшли маленькая. Уступи ей. Мамочка, ты самая лучшая. Спасибо. Но он же ей даже не нужен. Так, хватит. Мне нужно идти работать, а вы приберитесь. Ну, или попросите прислугу. Угу. Давай я тебе куплю куклу, а ты мне новый айфон. Нет, он мой. Ладно, ну чего ты хочешь? Может, денег? Этот айфон мой, а ты ходи со своим старым. Привет, Форест. Теперь у тебя есть свой новенький айфон. Он хомяку точно не нужен. Отдай его мне. Нет. Ну давай, еще немного. Дорогая, ты уроки же делала? Проиграла. Так, мне это надоело. Я захожу. Так, Мелисса, а что здесь происходит? Эй, что ты делаешь в моей комнате? Там же написано «не входить». Да? Где? Ну и чего ты пришла? Ты уроки сделала? Да, там на столе. Ну что не так?
пока не исправишь оценки, никаких игр. Но, мам, и сейчас пришлю прислугу, чтобы она тут убрала. Уроки сделаны, можно и поиграть. Эй, ты мне мешаешь, отойди. Какие же вы богачи противные. Ты что-то сказала? Говорю, обходите справа, там меньше препятствий. Спасибо. Не хочешь со мной сыграть? Хотелось бы. Но мне надо убирать за вами. Нет, ты не поняла. Ты хочешь со мной поиграть? Ну, раз вы настаиваете. Ага, объезжай его. Ага, сейчас. Мелисса, уроки сделаны. Я иду проверять. О-о-о, меня сейчас уволят. А у меня отберут все деньги. Так, без паники. Давай я тебе помогу с уборкой, а потом с уроками. О! Ух, так, ага. Получается, их равно 5. Ага. А что здесь происходит? Я думала, ты закончила убирать и ушла. Это я виновата. А Ким помогает мне с математикой. Что ж, Ким, ты можешь быть свободна. Милая, а ты можешь поиграть и отдохнуть? Может, еще поиграем? Ай, нет, простите, мне уже пора. Жду тебя завтра. С удовольствием. Ну что, продолжим? О-оу! Возьми свою золотую карту. А куда мы поедем? Эшли! Какой бардак! Нужно здесь убрать. Ну, мам, можно позже? Милая, я не тебе. Тина! Миссис Кэндис, убери здесь. Хорошо, прямо все? Прямо все и даже больше. Или мне найти другую прислугу? Я просто спросила. Шутка. Пока, мам. Класс. Можно дальше играть. Я думаю, что лучше в Милан сегодня. Эй, эй, ты чего? Но я же играю. А я убираю. Убирайте что-то другое. Как скажете. Эй, это тоже нет. Тихо, тихо. А хочешь, рассажу интересную игру? Хочу. А ты точно справишься? Конечно. Ну, хорошо. Тебе нужно все игрушки розового цвета сложить в... этот ящик. Ага. За 5 минут справишься? Да. Время пошло. Эть. Так. Ага. Угу. Я все убрала. О. А теперь... вот этой волшебной палочкой? Да, точно. И убрать всю темную быль. Темную? Испугалась? Нет, я готова. Давай сюда свою палочку. Я все. Эй! Миссис Кэндис? А, это ты? Ого, как чисто! А я молодец! А я? И ты, но меньше. Ладно, держи. Ура, приз! Подождите!
Вот, это вам. Ого! Ну, как у вас дела? Мам, смотри, у меня есть приз. Какая прелесть. Угу. Мисс Тина, это вам. Угу. И это вам. Спасибо, что нашли подход к моей дочери. Я вообще обожаю детей. А ты придешь еще? Я думаю, я вообще тут останусь. Мам, а можно мы еще поиграем? Конечно, а, но если мисс Тина не против. Да, конечно. Играйте. Угу. Ну, во что будем играть? Да, давай в прятки. Прячься. Раз, два, три. Покажи, что там у тебя? Эй! У тебя будет вечеринка! Отдай, это мое. А можно мне тоже пойти? Нет. Ну и куда вы это несете? Это тусовка подростков, а не пенсионеров. Нам нужны бургеры и пицца. Мама! А что здесь происходит? Мелисса устраивает тусовку. Я тоже на нее хочу. Но ты мне разрешила? Да, Мелисса, ну возьми с собой Эшли. Но, мам! Так, если хочешь вечеринку, то только с Эшли. Она не будет тебе мешать. Угу. Так, меня ждет отец. Будем завтра вечером. Хорошо вам повеселиться. Угу. Здесь нужно добавить блесток. А сюда лимонад? Ты тут не главное. Это моя вечеринка. И да, где лимонад? Осталось слишком мало времени. А я еще не собрана. А я тоже хочу крутой образ. Посмотрим, как ты выйдешь из комнаты, когда у тебя заперта дверь. Вечеринка отпад. И бургеры просто супер. Я рада, что вам нравится. Откройте! Вы выпустите! Что это? А вы про этот грохот? Да просто в моей комнате ремонт. Не обращайте внимания. Продолжаем отрываться. Хорошо, что у меня есть свой вертолет. Вау! Надеюсь, я не сильно опоздала, а то у меня дверь захлопнулась. Что ты тут делаешь? Это моя тусовка и мои гости. Вау, она такая крутая, она такая милая. Ага. Прекратите, это моя противная младшая сестра. Какая она противная? Она же ангел. Да какой она ангел? Мелисса, да ты придумываешь. Угу. Давайте веселиться. Эй, уходи, тебе здесь не рады, малявка. Тогда я расскажу все родителям. А давай так, кто построит самую большую башню из богатства, того и тусовка. Идет. Ну, раз, два, три. Поехали. Ага. Опа. Там наверху клевая туса. Ну и кто здесь победитель? Эшли! Я тебя догоню, не догонишь. Календарь. Забыла перевернуть. Ура! Сегодня же Систер Дэй! Привет! Ты чего такая счастливая? Аж бесишь. Сегодня мы должны провести весь день вместе. Ha 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 ha
Мелисса, все в порядке? Да, все хорошо. Я совсем забыла про день с сестрой. А у меня свидание с Деннисом. Надо придумать, как избавиться от Эшли. Мелисса! Эшли, а может, перенесем наш день на завтра? Нет, нельзя. И ты могла бы побыстрее? Я уже хочу пипи. Ну, не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому. Что ты там, пипи хочешь? Как жаль, туалет засорился. Уже выхожу. Наконец-то! Ой! Мелисса, а тут унитаз засорился. Какой ужас! Ой! Мелисса, тут унитаз засорился. Надо все расчистить. Так. Опа. Это он. Надеюсь, я выгляжу на все 100. Вау, Мелисса, ты выглядишь на миллион. Спасибо. Ну что, пойдем? Пойдем. Мелисса, я готова. Мелисса? Мелисса? Мелисса! Похоже, придется гулять одной. Мелисса? Эшли? Что ты тут делаешь? Это ты что делаешь? Я все расскажу родителям. Ну и рассказывай. Они все равно не поверят. Но тогда я покажу им вот это. Что? Удали это немедленно. А вот и нет. Родители отберут у тебя все деньги. Нет. Стой. Стой. Не надо ничего показывать родителям. Эшли, что ты хочешь? Может быть, шоколадку? Нет, я хочу день с сестрой. Ладно. Но тогда ты все удалишь. Да. Пойдем. Ну. Стой. У нас же свидание. Прости. В следующий раз я тебе напишу. Не напишет. Ты мне никогда не нравился. Ой. Ну и чем ты хочешь заняться? Вот это. Хочу в кинотеатр. Ладно, только быстро. Ну вот мы и в кино. Все, удаляй. Нет. Хочу на Барби. Пойдем. Крутой фильм, правда? Ага. Теперь удаляй фото. Так. Нет. Это еще не весь день. Дай сюда. Это нет. Это тоже нет. О, поиграть в прятки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все,
Я тебя нашла. Вот и закончился твой список. Удаляй фото. Нет, хорошо, что у меня есть еще один. Так, следующий пункт – поиграть в куклы. Идем. Пойдем. Значит, смотри, ты будешь играть за Синди. Ну ладно, сейчас поиграем. Что ты делаешь? Ты не видишь? Играю. Может, еще чаепитие устроим? Мелисса, я сейчас все маме с папой расскажу. Да? А я ее сейчас сама позову. Мам! Пап! А что случилось? К нам что, пробрался вор? Нет. Вам Эшли что-то хотела сказать? Ну, милая, что ты хотела сказать? Я просто хотела сказать, что мы с Мелиссой придумали новую игру «Бардак». Нужно ломать и разбрасывать вещи. Хотите с нами? Нет. И вообще, с этими вашими всеми играми мы можем обанкротиться. А ну быстро все убрали. Папа шутит, но убрать все-таки нужно. Ладно, мы сейчас все уберем. А почему ты ничего не рассказала? Потому что я тебя очень люблю и не хочу, чтобы тебе влетело. Вот и все. Ты удалила фото просто так? А как же твой список? Я просто хотела провести день с любимой сестрой. Но ты этого не хочешь. Прости. Я очень хочу провести время с тобой. Где там твой список? Так. По плану у нас с тобой игра в стилиста. Нет. По плану у нас уборка, а потом уже игра в стилиста. Точно!